Всем привет, с вами Микромайн! Зачем я так закричал, чтобы не расслаблялись? Смотрите, короче, сегодня Revoice Pro. Это та штука, которая выравнивает вокал. Ну, типа, она делает, чтобы он ровно звучал и четко попадал. Ну, сейчас объясню. Смотрите, чтобы вокал полнее звучал, если у вас тупо будет, например, вот без обработки, вот просто вот пустые дорожки, без обработки, просто ничего нигде не накидано, ни на мастере, нигде, вот это просто чисто вокал. Смотрите. Эй, я танцую там, где был весной, я танцую сам, сбросил вот так. Вот, это звучит, да, без обработки? Смотрите, подключаем две другие дорожки. Эй, я танцую там, где были весною, я там и я. Получше, да, уже звучит? Типа, если мы их сейчас подсведем еще вместе, будет, ну, четче. Сейчас вам покажу. Программка Revoice Pro. Ну, я пробую. Стопудово есть аналоги, но я пользуюсь Revoice Pro. Смотрите, на примере Ableton, опять же, я делаю вот такую штуку. Когда выделяю все, нажимаю Console Date. Он простраивает, как бы он объединяет дорожки в одну, и где нету никакого вокала, он просто пустую линию делает. То есть, вы понимаете, сейчас покажу. Просто пустая линия без звука идет. А это удобно тем, что ты сейчас, я их сейчас сохраню, покажу, как их сохранять. Либись. По одной, и потом, когда вы их вставляете обратно, не нужно ставить локации, например, ну вот эти вот штучки, флажки. Не нужно их ставить, чтобы по ним опять выравнивать. То есть, видите, у нас оба-на, все уже по одной линии. То есть, и потом просто мы ее, когда убираем, мы ее просто подставим в упор, и она уже будет стоять на своем месте. Ну, для меня это удобнее, типа, кто, может, кому зайдет эта стратегия. Типа, остается просто подписать каждую, чтобы потом самому не сбиться. И все. И счастье, успех. Сейчас я их подпишу. Типа все четко подписали, да? Ну, типа, чтобы самим не сбиться, не запутаться. Все четко. Теперь нажимаем файл. То же самое делаем, что когда мы сохраняем всю эту шляпу. И за место мастера выбираем All Individual Track. Individual. Вот так вот, да. Как бы он все выбирает время, все четко, да, смотрим. Круто. Почему-то, ну, лучше по биту перейдем, чтобы он побольше все сохранил. Ага, все, All Individual Track, то есть он сохранит нашу каждую дорожку отдельно. Ну и то есть мы уже сможем с этим работать. Нажимаем экспорт. И он нас стопудово попросит подписать. Это я ставлю там единичку или нолик. И все четко. И нажимаете сохранить. Куда я? Куда мне надо сохранить-то? Куда я хочу? Вот сюда, да. Создаем папку «Всякая хрень». Всякая хрень. Другую сохранять нельзя, а то не сохранится. Ну и все, ставим единичку, нажимаем сохранить, ну и все, ждем процесс. Все, короче, нам все сохранил, да? Нет. Теперь переходим в Revoice Pro, открываем сам Revoice Pro. Угу. Открылся Revoice Pro, теперь переходим в папочку, где у нас вся эта херня. Перешли, да, всякая хрень. Вот он, пожалуйста, нам все по дорожкам уже сохранил. Теперь занимаемся следующей херней. Это рутиной полнейшей. Ну, максимально одинаково, да? Это же всем понятно, что надо максимально одинаково все дорожки спеть. Типа, что если там будет какой-то мега разрыв, он не выровняет. Это будет... Вот такие вот пропадания будут в вокале. Ну, типа, он растянет просто этот кусок до того куска, который нужен. Ну, как посчитает своим робомозгом. И то есть получится всякая шлянь. Вы же все понимаете, да? Шлянь. Что надо... Одинаково все делать. Ну и поехали. Значит, вот смотри. Конец вот один. Это значит, ну, основной конец. Верхний конец, на который вы хотите все остальное сравнять. То есть ставить его сюда. Господи. Ставите, то есть, конец 2 сюда. Ну, то есть, вот это вверх ставим основной. Вниз, как бы, ставим то, что надо под основной прорвить. Под выровнять. Нажимаем кнопку B и русскую. Типа NF. Все, он выравнивается, да, по этой херне, тик, edit audio, все четко, да, типа файл, экспорт, выбрали третью дорожку вот здесь вот, и подписали, что мы там делали-то вообще, конец, 1+2, ну, то есть подписывайте сами, как хотите, вы это понимаете, да, чтобы, типа, у вас было все вам понятно, вы же, да. Все четко, и вот такую рутинную хрень проделывайте просто со всем, что у вас есть здесь.
Вот и закончили через Revoice Pro, я все прогнал, да. И вот про то, что я говорил про Console Date, ну что надо выравнивать, чтобы они вот такие длинные в одну точку стали. Это то, что вот смотрите, например, вот куплет 3, я уже все вставил, да, просто вам покажу. Куплет 3, то есть мы берем и просто его вставляем, окей? Если бы у нас был обрезан подсюда, нам бы пришлось там автоматически выравнивать под эту фигню все. А так как он у нас уже был заранее выровнен, мы его уже вставляем. Очень удобно. Я очень умный, надеюсь на это. Все четко, то есть, ну, соответственно, я уже все прогнал, да? Куплет мы вставили, нажимаем, послушаем. Эй, где я танцую, там, где были весною, я там и я останусь, кровь, сердце вот замерзнет. Эй, где я танцую. То есть, да, без обработок это уже звучит более или менее. Вот давайте без обработки я вот эти опять отключу. Эй, где я танцую, там, где были весною. Ну, а там звук глубже, тише сделать, у других дорожек это уже, ну, обработки, да, фишка, типа, ну, это уже с другое место делается. Все, как бы, вот и все мы прогнали, то есть, также вот все начало, например, да, вот начало у нас, да, есть? Послушаем начало. Ну и, соответственно, там все подслушать, да, подшаманить, подмастерить, ну, обрезать звук, но это уже проблема обработки, я вам показывал просто выравнивание вокала, окей? Это эти все обрежутся концы, все четко, сейчас я накину пресет, обработку, и можете послушать, что у меня вообще получилось. Крутяк, да?